Так, друзья, всем привет. Наступил июнь. Самое время бороться с государственным борщевиком. Сейчас покажу вам два самых замечательных и успешных способа борьбы с борщевиком. Вот первое. Первое – это глифосат. Вот, глифосат. Называется он Roundup. Вот, продается как Roundup. Ну, действующее вещество – глифосат. Вот, разводим глифосат так, как указано на упаковке. И немножечко, может быть, так покруче. Может быть, а можно и так, как на упаковке. Потом, отворачиваем пробочку и наворачиваем. Сейчас я вам покажу все. Так, это пока в стороночку. Это другое, очень эффективное средство. Вот. Это то, что продается в магазине. Вот. Этот из тубуса делаем вот такой носик. Вот. С помощью термоклея и сверла. Просверливаем пробку, вставляем носик от тубуса герметика. И дальше мы что делаем? Мы вот так вот срубаем этот лист. Строение этого растения, говорит, оно трубчатое. Вот там большая-большая такая толстая труба, которая ведет к корню. Это растение само говорит, налей в меня отраву. Вот так вот берем и пшикаем туда немножко. Вот, пшикнули. Через 2 недели это растение умрет и не даст семян. Вот. Следующее растение. Один лист. Вот раз, один лист срубили. И заливаем в эту трубочку. Чуть-чуть. Раз. Я раньше их шприцевал. Просто шприц вставлял и 2 кубика туда вдавливал. Идем гуляем вокруг дачи. Вон наша водонапорная башня. Заходим в лесочек. А уже и тут борщевик вырос. О. Достаю шприц и делаю ему инъекцию. О. Раз. И делаю ему инъекцию. Вот так вот. Пойдем к следующему. Он тут, оказывается, уже не один вырос. Уже сюда борщевики забрались. О, какие стволы. Стрелок еще нету, но листья уже очень большие. Раз. Вон у него мякоть хорошая, легко прокалывается. Так, и сюда тоже. О, в 2 листика сделаю инъекцию. Так, а там он еще один. Надо же. Они уже к нашим участкам приближаются. Нехорошо это. Государство расплодило борщевик. А нам с ним теперь жить. Но игла забивается, шприца. И плохо получается. Приходилось иглу снимать и вот так вот срубать верхушку и заливать туда просто из шприца. Вот следующий кустик. Раз. И погнали так вот. Прям наливаем туда. Чуть-чуть. Следующий. И так вот идем по всем кустам. Больше не надо. По этой трубочке прямо к корню. Отрава стечет прямо к корню. И через 2 недели это растение умрет. Второй, более эффективный способ, который дает результат. Через три дня уже растение умрет. Это если залить в него нефтепродукты. Вот здесь у меня
отработанное машинное масло. Может быть солярка, это дизельное топливо или бензин, не имеет значения. Любой нефтепродукт. Растения почему-то не любят нефтепродукты. Продолжаем также. Подходи. Смотри в камеру. Вот, перед нами куст. Срубаем один листик. И заливаем в него немножко отработки. Все, с ним закончено. Подходим к следующему кусту. Следующий кустик заправляем отработкой немножко. Переходим к следующему. Вот так вот. Вот, налили к следующему. Потому что это растение размножается только семенами. Если его просто срубить, он даст еще больше побегов. И будет давать побеги, пока не даст семена. Поэтому его надо убить. То есть его надо уничтожить, чтобы оно не дало семян. Не будет семян, не будет борщевика. Вот такой процесс. Следующее. И так вот идем по плантации. Вот. Заправляем. Это растение. Раз. Так, раз. Заправляем. Они любят заправочку. Вот так вот. Заправляем его. Это растение. Раз. Заправляем отработанным машинным маслом. Следующее растение. Отработанное машинное масло. Заливаем. Все, там корни сгниют. Через 3 дня его не будет. Ну вот, например, посмотрите, какой хороший результат после отработки. Вот, видно, да, вся сердцевинка полностью сгнила. Вот эти вот, вот они листья. Видите, что от листьев осталось? Вот. Вот, смотрите. Видите, что осталось от листьев? Вот они упали. И прямо в середине куста все это сгнило. Вот так работают нефтепродукты по государственному борщевику. Вот так его надо уничтожать. Селективно, не трогая другие растения, уничтожаем только борщевик на своем приусадебном участке. Или вокруг своего участка. Так, дальше. Это я срубаю. 2 листика, чтобы видно было. Так, вон там хорошее дерево. Вот. Раз, заправляем его. Через 3 дня приходим на этот участок и смотрим, какие растения мы забыли обработать. И обрабатываем их. Или они еще были маленькими. Через 3 дня они подрастут. И вы увидите. Кстати, растения 2-летние. Вот эти маленькие растения, они не дадут семян в этом году. Поэтому их можно даже пропустить до следующего года. На следующий год только они дадут стрелку, вот такие огромные листья и семена. Поэтому обращаем внимание только на крупные, вот на такие крупные растения. Вот это мелкое пропускаем, на будущий год оставим его, или же поближе к корню его срезать и заправить. Вот, в этом году. Все. Можно взять опрыскиватель и все это опрыскать. Но тогда сгорит все. Вся трава сгорит, деревья сгорят.
Тут будет выжженное поле. Вот и эту обочину поливали глифосатом. Убили деревья. Вот деревья засохли. Вся полоса. Это мартышкин труд. Вот они. Обочину облили глифосатом. А дальше борщевик процветает. Вон они, заросли. Огромные заросли борщевика. Я так не хочу. Я хочу, чтобы селективно погиб только борщевик государственный. Его ученые советские культивировали, получали деньги, зарплату, премии, награды, звания. Вот. Я хочу, чтобы он только погиб. А остальные растения остались, чтобы опять здесь росли ромашки, лютики, васильки, чтобы было разнотравье, как раньше. А не все вот так вот заросло борщевиком. Это совсем не сложно. Совсем не сложно. Это я больше разговариваю. А так за дело возьмешься, и все спорится. Вот, это сердцевина. Вот уже бутон. Вот уже получается бутон. Скоро будут семена. Поэтому нельзя дать им раскрыться. Пока оно не раскрылось, его надо заправить, как автомобиль. Надо заправить его нефтепродуктом. И тогда оно кончится. Оно не даст семян, и эта делянка будет чистая. Два не надо заливать. В одно залили, там все сгниет внизу. Через неделю увидите сами. Там ничего уже не будет. Так, дальше пошли. Вот так вставляем. Раз туда. Немножко. И залили. Так, чтобы не мешал. Так, здесь что у нас? Вот. И в одно из них заправляем. Заправляем. Потому что на меня. Потому что глифосат стоит дорого. А отработку все равно вы по большей части выбрасываете. Вот. Это я уже заправил. Это заправил. Вот какое хорошее растение. Вот. В этом году она даст стрелку. Вот пока не дала стрелку, надо ее уничтожить. Так, это что тут у меня трется. Вот так вот его. Вот так вот. И прорубаемся через эти заросли. Вот, смотрите. Видите, я срубил. Я срубил вот эту центральную. А если я сюда налью нефтепродукт, вот видно, да? Угу. То он дойдет до вот этого узла. И остановится. Он дойдет до этого узла и может в корень не попасть. Поэтому лучше срубить вот эту ветку. Вот, срубить эту ветку. А этот ствол идет прямо к корню. Вот, надо заправлять тот ствол, который идет прямо к корню. Туда, в самый низ. Или же эту макушку вот срубить и налить туда, чтобы в корень попало. Попал в нефтепродукт. Вот, следующий раз. Вот он идет. Хорошее растение. Такое крепкое, сочное. Вот это нужно. Вот, я заправляю не центральный ствол, а вот эту отходящую ветку, потому что она идет, эта трубочка идет прямо к корню. Вот он ее и заправляет. Да, вот так вот. Так, всем спасибо за внимание.
я продолжу. А вы тоже берите вот с собой мачете, такие тесаки, защитную одежду, отработку или глифосат. И добивайте борщевик, которого здесь никогда не было. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки, обязательно оставляйте комментарии, чем вы обрабатываете государственный борщевик. Мне было бы интересно узнать ваше мнение. А когда подпишетесь, обязательно включите колокольчик, потому что скоро на моем канале выйдет очень познавательное супер-пупер видео, которого вы вообще не ожидаете. Все, всем пока.